Привет, это Струнадер, и будем смотреть еще один телекастер. Ну, то есть, да, лавка движется в том направлении, куда я всегда мечтал двигаться. Телекастеры, телекастеры и телекастеры. Вот, но это совсем непростой телек. Телек от Wilmer Custom Guitar, питерского мастера Виктора Никитина. Ну, мы хорошо знакомы с ним. Вот, познакомились достаточно давно, и вот первый телек у меня его появился. Из мастеровых телеков я обзирал не так давно пару телекастеров питерского мастера Кузнецова. Вот, они были такие очень понтовые, очень навороченные. Дерево там с красивым топом, все такое, там такие интересные были телеки. Вот, также был телекастер от Ади Гитар, очень классно звучал, но был... как бы, ну, там были вопросы по грифу у меня и всякое такое, вот. И вот этот телекастер сейчас у меня от Виктора Никитина. Значит, ну, это сейчас мой личный телек, вот, и я им очень доволен. Сколько я понимаю, Виктор вообще занимается, вот здесь мы совпадаем, классическими формами и классическими инструментами, страты, телеки, лесполы. Значит, это, по сути, версия классического телекастера, Fender Telecaster Deluxe. Фирменная начинка CTS, по-моему, называется. Это, ну, известная достаточно контора. Вот, голова выглядит вот так. Вот она. Значит, сзади вот так. Ну, то есть, все вот делюксовские дела там вырез, значит, струны свой корпус. Цвет санбёрстовый, великолепно все сделано. Колки шалеровские стоят. Вот, обводочка. И датчики, вот этот сет называют на телекастер от Александра Прибора, называется этот сет Cream. Вот такой вот тоже очень симпатично выглядит и звучат, в общем-то, весьма и весьма хорошо. Долго рассказывать о том, какой тут звук, какие там обертона и прочее, я не буду. Мы давайте просто послушаем этот инструмент в Blues Junior, насколько хватит моих скромных возможностей.
отличительная особенность этой гитары является ее, ну, скажем так, в хорошем смысле слова, вылизанность. То есть все, вот ни одного места, вот к чему бы я там, например, мог бы придраться. Я не очень придирчивый человек, я честно скажу, мне важно, как гитара звучит. Вот. Но в данном случае, вот внешне, как сделан гриф. Гриф, кстати, очень классно сделан, очень удобно. И отличные лады же скаровские стоят. Тут все вообще, никаких вопросов нет. Единственный минус в этой гитаре – это то, что это ольховый корпус. То есть это не минус, конечно, это я не очень люблю ольху. Да? Вот. А более ровная, более такая по звучанию, не такая истерическая, как мой любимый ясень. Вот. Но я думаю, что до ясеневой гитары мы тоже с Виктором доползем когда-нибудь. И стоит обратить внимание на вот, если будете видеть гитарки с логотипом вот таким, Wilmer Guitar, да, то стоит обратить внимание. Тоже он понтово выглядит, конечно, смотрите, такой бёрст, такая обводочка, так все. Великолепная совершенно малярная работа здесь проведена, то есть здесь не к чему придраться, по части ни покраски, ничего тут. Давайте сейчас Blues Junior с педалькой E-Drive его погоняем немножко. Я думаю, и хватит. Итак, телек от Wilmer Custom Guitar питерского мастера Виктора Никитина. Я рекомендую обратить внимание на его инструменты. Вот, эта гитара в лавке. Гитара неспешно совершенно продается. Обмены рассматриваются все в пределах разумного. Вот, спасибо за внимание. Пока-пока.